Лаша Бекаури, еще одна медаль мирового чемпионата. Какие ощущения? Знаете, для меня только золото было главной целью здесь, на чемпионате мира. Никаких других целей, только золотая медаль. Но случилось то, что случилось, потому что, может быть, была воля от Бога. Я не знаю, как это выразить, как сказать. И, может быть, это лучше для меня, для следующей, для будущей мотивации. Как этот результат будет мотивировать вас защитить свой титул в Париже? Понимаете, то, что сегодня произошло, это дорога, это путь к Олимпийским играм, и для будущего появляется желание тренироваться еще больше и больше, чтобы быть в хорошей форме к Олимпийским играм. У вас хорошая история успеха в Дохе. Что вы думаете об этом месте? Ну, что вам сказать? На самом деле, это не лучшее место для моих воспоминаний.